Петровский проезд расположен в Расторгуевской части города Видное. Малоэтажная застройка, тихие скромные дворики, где почти десятилетия не проводилось никаких ремонтных работ. И вот, начиная с первой декады июня, территория у домов 24 и 26 постепенно начала преображаться. Данное благоустройство проводится по программам «Добродел». И, соответственно, здесь уже не проводились ремонтные работы более 7 лет. Жители его уже давно очень ждали, и я думаю, что по окончании работ их очень все удовлетворит, и все будут довольны. Сейчас идет активное строительство детской площадки. Игровой комплекс предусмотрен в основном для детей среднего возраста. Десятилетний Тимур, проживающий в доме 24, поделился, что новую площадку ждали очень долго. Раньше места для игр и встреч с друзьями в их дворе не было. Раньше здесь была плохая площадка, вот, да, она там вся была рухлить, там все ломалось. Тут были... Даже качели уже не стало. А сейчас видно, что строят хорошую большую площадку. Да. Качели вот есть разные. И вот теперь у юных жителей Петровского проезда появится прекрасное место, где можно будет весело проводить время, а родителям не придется волноваться за их безопасность. Развлечения на площадке найдутся на любой вкус – карусель, качели, горки, игровой городок под названием «Замок принцессы». Для малышей установят песочницу. На этом месте была очень ужасная площадка, но на сегодняшний день строят, построили очень хорошую площадку, но еще не до конца. Также будет оборудована спортивная зона для занятий воркаутом с брусьями, турниками и другими снарядами. Стоит отметить, что на всех площадках установят травмобезопасное резиновое покрытие. А воркаут – это хорошо, можно будет делать всякие спортивные упражнения. Во дворе полностью меняют асфальтовое покрытие, которое со временем пришло в негодность. На придомовой территории будет приведено в порядок уличное освещение. Установят новые контейнерные площадки, появятся дополнительные парковочные места. У нас в порядок приведена мусорная площадка, дополнительно организованы парковочные места. Там была непростая ситуация, давно сложились гаражи, непонятно кем организованы, на каких условиях. Мы в итоге стали разбираться, поняли, что законных оснований никаких нету. Ликвидированы гаражи, сделано место для пользования всех остальных жителей этого участка. Комплексное благоустройство на Петровском проезде проходит в рамках программы губернатора Московской области. Ремонтные работы проводятся с учетом пожелания жителей. Ведь главная идея создания комфортной среды в городах состоит в том, чтобы сделать окружающее пространство таким, в котором приятно жить. А двор – это то, с чего начинается день любого человека. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Евгений Садовский, Видное ТВ.